Всем привет, город Крымск. На обзоре вот такой дом. Дом 76 квадратов. Сейчас покажу улицу. Вот такая придомовая территория зеленая. В доме 4 комнаты. Так, дом блочный. Смотрите, крыша новая. Газ. Вода, все есть. Вода центральная, канализация центральная, плюс скважина. Санузел в доме. Цена 7 миллионов. Цену сразу озвучу. До центра недалеко. Итак, зайдем в ворота. Ворота откатные. Встречает собачка. Так, двор бетонированный. Навес, крыльцо. Кафель. Справа видим палисадник. Окна везде металлопластик. Фасад получается караед. Фундамент высокий. Дом утепленный. А слева показываю также палисадник. И здесь был гараж. А сейчас используют как сарай. Розы, виноград, персики. Сейчас покажу вам сад. Пройдем по двору. Двор крытый. Входит 3 машины. Спокойно. Также хозяева здесь готовят. Здесь как летняя кухня под навесом. Газ выведен, вода горячая, холодная. Сейчас покажу на участке бассейн. Бассейн циркулирует. Участок 7 соток. Смотрите, на участке чистенько. Сейчас покажу вам виноград. Тут и картошку хозяйка посадила. Смотрите, все аккуратненько. Здесь встречают нас розы. Летний туалет. Тут граница участка. Сам дом 76 года постройки. По коммуналке здесь выходит около 4000 за месяц. Сейчас зайдем в дом. Крыльцо кафель. Дверь металлическая. Так, заходим здесь. Такая прихожая. Слева у нас санузел, ванна, туалет. Справа у нас кухня. Кухни две световые точки, потолки натяжные. Сейчас покажу ванна-туалет. На полу кафель, стены пластик, в ванне-туалет также находится напольный котел, умывальник, полотенчик, одно окно. Потолки тоже высокие. Так, и прямо мы видим дверь. За дверью 4 комнаты. Одна проходящая большая. Большой зал такой. Потолки натяжные. А на полу кафель. А два окна, кондиционер. И сейчас справа налево покажу комнаты. Справа
Такая комната, тоже натяжной потолок, одна световая точка. Следующая комната. Это спальня, два окна. Потолок высокий, потолок натяжной. Итак, прямо еще одна комната, тоже натяжной потолок, она чуть поменьше, одно окно. Итак, вроде все показал, все необходимые характеристики по данному объекту я оставлю в описании.